В Чебоксарах прошел финал традиционного конкурса «Фитнес» вместе с мамой его инициатора «Союз женщин Чувашии» и «Федерация фитнеса и аэробики республики». В финале 10 команд из детских садов столицы Чувашии. Это только на первый взгляд кажется, что все легко и просто. На отработку синхронных движений ушло немало времени. Помимо чисто спортивных навыков, нужна еще и легкость и грация. Ирина Васильева говорит, что в городской проект она включилась с удовольствием. Спорт – это полезно, спорт – это здорово, давно меня не покидает. А тут такая замечательная возможность. Репетиции проходили на ура. Результат есть, мы уже финалисты. Спорт полезен как для взрослых, так и для детей. Но, к сожалению, в обычной жизни не удается уделять достаточное количество времени для спорта. Поэтому это хороший толчок. Я надеюсь, мы будем продолжать заниматься в этом направлении, привлечем к этому и брата, то есть моего сына, и нашего папу. У каждого выступления своя идея, музыка, костюмы. С ребятами и со взрослыми работали лучшие педагоги. Мы крутышки сегодня танцевали, мне очень понравилось. Мы очень долго тренировались. У нас тренер очень любит хип-хоп. Еще он любит крутые прически и крутые движения. Совместное занятие сплачивает и семьи, и команды. Организаторы отмечают, что спортивно-танцевальные состязания популярны как никогда. Детский фестиваль «Фитнес вместе с мамой» проводится уже в 8-й раз. Их преподаватели молодцы, они не стоят на месте. То есть они освоили хорошо все семинары, которые мы даем в рамках августовских семинаров, да, конференций. А плюс ко всему, стараемся идти в ногу со временем, чтобы детки хотели дальше расти и развиваться. Если мы раньше начинали с 13-17 команд, обратите внимание, сейчас пик после пандемии было 57-60 команд. Три дисциплины идет: аэробика, степ, хип-хоп. В финал входит 6 команд. И призеры первое, второе, третье место. Каждый, кто участвовал и принимал участие в этом великолепном конкурсе, уже чемпион. В зале за любимые команды болеют зрители. Болею за детский сад номер 158, потому что там выступает наша мама с детишками. Что этот праздник очень хороший, что он помогает детям в развитии спорта, что они здесь на сегодняшний день все такие красивые. Ну, желаю только им, как говорится, победы. Лучших отметили подарками, дипломами и медалями. По итогам горячих спортивных баталий победителями стали команды детских садов номер 7, 174 и номер 82. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Сергей Емельянов. Республика.